Приветствую! Поговорим сегодня о такой функции, как make offer или сделать предложение. Многие не задумываются, но на самом деле рынок инфити – это те же самые торгово-рыночные отношения, как и в реальном мире. Когда, например, ты приходишь на базар, на какой-то рынок к бабульке, и она тебе говорит, вот эта вот штука стоит 5000 рублей, а ты говоришь, нет, тысячи. Она говорит, ладно, давай три. Ты говоришь, нет, полторы. И уже уходишь, она говорит, ладно, давай 2000. тысячи и вы соглашаетесь, и она тебе продает за 2000 то, что изначально ну, как бы было 5000. Хотя она сама тоже выставила такую цену, ну просто как бы заделом на то, что будет торг. А, то же самое здесь в NFT с рынком OpenSea, рассмотрим на примере полка Pets. Кстати, вчера кто купил, нет, отпишитесь в комментарии, у меня не вышло, сняли деньги за транзакцию, за операцию, но купить не смог, поэтому я покупал на уже вторичном рынке. Как происходит MyCoffer? Человек взял, выставил инфитишку вот эту вот за 0.199 эфиров. Мы можем либо купить buy now, если мы нажмем сюда и м, оформим сделку, то у нас она сразу же купится и сразу окажется в нашем NFT-кошельке на нашем адресе. Но мы можем сделать по-другому. Поторговаться с этим человеком и, например, выставить цену не 0.199, а, например, 0.192. Да, мы выиграем немного, но тем не менее либо вообще 0, например, 18. Но это уже будет многовато, и тут не каждый согласится. А когда цена немножко отличается, это уже вроде как нормально. Это обычная практика здесь, поэтому пробовать стоит. Вот, например, пишем, указываем цену 0,192. Так, ну ладно, я не буду. В общем, количество, ну, единиц, одну покупаем в тишку, потому что у него одна. Здесь указываем, в чем мы это покупаем, либо в обернутом эфире, либо в DAI, UDC, Bondly. Но ну, это уже от самого проекта зависит, в чем, какой валюте покупать, покупается. Это от полка но ну, вот здесь представлены 4 вида. Ставим дальше время, то есть, например, 7 дней у нас будет активно наше предложение через 7 дней в 12 часов 36 дня сейчас когда я записываю это видео мое предложение с, как бы уйдет с лота с этого и ну, больше будет недоступно. Потом жмем Make и все. И что прекрасно, мы привыкли, что за многие операции нужно платить комиссию, а в данном случае ничего не нужно. Там просто выйдет подпись, подписать нужно будет ну, вот эту вот вашу операцию и все. Предложение будет принято. Дальше обратимся к факу OpenSea. Сколько предложений я могу сделать одновременно? Вы можете сделать столько предложений, сколько хотите. То есть вдумайтесь, комиссия не берется за ваши предложения. И, соответственно, имея какую-то небольшую сумму, вы можете делать кучу-кучу разных офферов. Например, предположим, что у вас на счету один эфир. Если вы обернете это в обернутый эфир, вы можете поставить на криптоките такого-то 123 один эфир на такого-то криптофайтера и один эфир на карту mythereum Однако в тот момент, когда любая из ваших ставок будет выполнена, другие ставки на один эфире по другим позициям больше не будут действительны, поскольку у вас будет больше недостаточный обернутый эфир для их выполнения. Когда ваш баланс увеличится достаточно, чтобы снова покрыть предложение, ставка снова станет действительной. Вот такое объяснение от OpenSea. Ну, короче, все просто. Имея, скажем, один эфир, мы можем делать предложения по разным вообще, не только полкопецам, по авастарсам, по децентралендам, сэндбоксам, в общем, по всему чему угодно. Как смотреть? Заходим в свой профиль, My Profile на OpenCE и сюда жмем в Offers. Здесь нам сейчас покажутся все наши предложения, которые мы делали. Вот сейчас они все у меня стоят инвалид, потому что я... Купил уже одну такую вот инфитишку с полка Пэтса Wing. И а, все мои предложения автоматом сейчас недоступны, потому что недостаточно обернутого эфира. Вот, но как только я пополню на эту сумму, все предложения снова станут ну, действительные. И, к слову, например, вот я не успел, да, за 0.15 на сейле, но купил за 0.192. Это, в принципе, тоже неплохо. По курсу это всего лишь я переплатил где-то 70 а, долларов. А если учитывать то, что человек, который купил на сейле Бондли, а, там он еще заплатил комиссию, плюс заплатил комиссию, чтобы выставить на OpenSea. Соответственно, здесь вообще, возможно, а, ну, он заплатил по той же себестоимости, например, которая, а, ну, за которую я у него купил. Сейчас, например, давайте зайдем в Spider-DAO а, от проекта а, Паука такого, да, Malignant Web. А, и вот снова здесь можем делать предложения ему какие-то. Можем видеть, какие уже были, например, сделаны предложения, да, но здесь что-то у него нет, ну, в общем, типа как ставки, только это отличие ставок аукционных в том, что здесь, там будет написано place bid, то есть сделать ставку, и она, ну, тоже как бы не факт то, что выиграет, но здесь немного другая структура. Там логично выставлять наивысшую цену, а здесь можно именно торговаться и ставить меньше, например, вот не 0.199, а 0. 195, 0, 190, например, ровно 0,19. То есть мы выигрываем вроде бы немного, но все равно это рынок, торговля, почему бы и нет. Ну и если вы думаете, что не так часто соглашаются, соглашаются люди, почему нет, вот я, например, купил за 0,192, а, по-моему, человек за 0,2 ее хотел мне продать. То есть, ну, потом согласился на такую мою стоимость. Естественно, бывают и круче сделки, например, когда речь идет о каких-нибудь хэшмасках. Скажем, человек выставляет ее за 3 эфира, а мы даем, даем такое предложение 2,9 эфира. Казалось бы ничего, но 0,1 эфир это уже не так уж и мало. По курсу это сколько? 160 долларов. Почему бы и нет, лишними не будут. Человек может принять, почему нет тоже Здесь много просто факторов Например, у человека будет конкретно в этот момент Ему нужны будут ну, какие-то вот средства в криптовалюте там, Для чего-то, каких-то других возможно сделок Либо он подумает, что ну все, рынок кошмар какой-то не очень Дай-ка я ее продам Короче, разные ситуации и это нормально, это рынок Здесь такое сплошь и рядом, поэтому пользуйтесь, пользуйтесь такой возможностью, делайте офферы. Повторюсь, они вообще безлимитные. Если вот, например, 0.199, мы заходим на рынок PolkaPets, давайте сейчас перейдем, и посмотрим среднюю стоимость, которая есть сейчас на рынке всех инфетишек. Вот так примерно смотрим на глаз, да, 0,24. Ну, вот последняя стоимость 0,24, 0,20, 0,47, 0.6, 0,5, 0,9. В общем, например, закидываем 0, ну, 0,6, 0,6, скажем, эфира. И все, мы можем выставить на ну, вот эту, на ну, вот эту, на ну, вот эту, короче, на все инфетишки какую-то стоимость. Ну, понятно, не 0,6 эфира. Здесь, например, это будет 0. Вот последняя продажа за 0,245 была. Например, ставим 0,24. 20... 6, 27, ну или 0,3 вообще не знаю. В общем, какие-то цены смотрим сами. Эм, почему нет пользоваться возможностью, э, это нормально. Вот, кстати, такой мой винг. Вот он здесь. Сейчас он э, как бы здесь не размещен, потому что я его не выставлял даже на продажу на OpenSea. Ну э, и не собираюсь. Пусть лежит у меня на долгосрок когда все эта игра запустится. Э, надеюсь, было полезно. Подпишись на телеграм-канал. До новых встреч.